Может быть... На перерыве. Здравствуйте. Ну как там по плану? Идем по графику. Только вот Батуми задержит с проектами. Проследите сами и доложите. Я в библиотеке. До свидания. До свидания. Здравствуйте, Бадур Петрович. Ну как, Лали, черные или белые? Черные два входа, ну как? Достал. Посмотрим. О, Георгий Самсонович, смотрите, вам и рост позволяет. И прыгуча с возом должна быть хорошая. Рост, попробуйте. Да нет, это не мое дело. Вон рекорд стоит. Попробуйте. Да нет, это вы. Попробуйте. Ну, хорошо. Только не рассыпьтесь. Пропустите? Стой. Так, пошел. Подождите. Сейчас он меня пропустит. Ты подожди. Подождите, подождите. Опа. Ты, господин Мразович, вы такой высокий, стройный, у вас все получится. Отойди. Давай. Убери руки. Как ты смеешь, мальчишка? Уйди. Ах, так. Подошва скользит. Сюда бы Бадура Петровича. Вот посмеялись бы. Производственная гимнастика, Бадур Петрович. Да. Гимнаст? И какого разряда? А у вас сколько осталось по плану? 40 метров, Бадур Петрович. 40 метров. Mm-hmm. А вы все прыгаете. Между прочим, уже минута, как закончился перерыв. Все по рабочим местам. Все. И вы тоже. Шония. Как это понять, чья это идея? Ничья, Бадур Петрович. Вот прыгает кто выше. И давно прыгаете? Нет, дня три, не больше. Вот только стенку запачкали. А рекорд чей? В том-то и дело, Бадур Петрович, задета наша мужская честь. Рекорд принадлежит Гогуладзе. Гогуладзе? Эка Гогуладзе новенькая из отдела информации. Вот мы, мужчины, бесимся. А ваши дети знают об этом? Да ну что вы, Бадур Петрович. Завтра, чтобы вся стена была чистая. Понятно? Слушаюсь. Можно? Да. Завтра Евгения Кавторадзе вылетает с проектами. Кавторадзе. Мы же вас никогда не подводили. Всего хорошего. До свидания. Гугуладзе? Из отдела информации у Шадури.
Это ваш рекорд стоит там на стене? Я всего только один раз прыгнула. Попросили, вот и прыгнула. А как вас зовут? Эка. Эка, прошу вас, покажите, как вам удалось совершить столь великолепный прыжок. Вон у той стены. Прошу вас. Прошу. Феноменально. Разрешите? Да. Стенка в порядке. Уже? А как же? А чем же они занимаются в перерыве? Все они в спортзале. Выдумали новое занятие. Кто дольше всех повиснет на одной руке на кольце. Умора просто. Чудесно. А? Просто обезьяньи питом. Это точно. Ну кто же преуспел в этом благородном деле? Не поверите, в чемпионы вышла Дареджа Хачидзе. Курьерша, вот такая маленькая. Откуда только у нее силы берутся, никак не могу понять. В спортзале, говоришь? Точно. Вот она. Она что, спортсменка? Видно. Видите, как долго держится. Хорошо. Молодчина. Слушай, 3 минуты это трудно? Очень трудно, Бадур Петрович. Мы, мужчины, больше 20 секунд удержаться не можем. А-а-а. Смотрите. О, старый знакомый. Слушай, это Эка... Гугуладзе тоже участвует? Ее что-то не видно. Хайдрау подходит. Засекай время. Держись, дорогой, держись. Молодчина. Фуй, совсем опозорился. Смотри, этот бегемот тоже туда лезет. Но этот вообще не удержится. Он, конечно, не удержится. 200 кило. Считаю. Раз, два. Кто мне обещал культурное и содержательное мероприятие? О чем думает местком? Люди от безделья или на стенку прыгают, или висят на кольцах, как мартышки. Почему же? В прошлое воскресенье комсомольцы совершили экскурсию в Зедаземи. А в субботу намечена встреча с кинорежиссером Наной Чичинадзе. Что за Нана Чичинадзе? Как же, Бадур Петрович, новый художественный фильм. Хоккей в Кутаиси, 3 международных премии в Каннах, в Софии и в этом... Как его? Осло. А в воскресенье в шахматном клубе лучшие наши шахматисты участвуют в сеансе одновременной игры с международным мастером. Шахматы, говоришь? Да. Записываю. А то висят на кольцах, как павианы. Девочка. Международный мастер, чемпионка Европы Нана Йосильяни. Ого. Что сделать? Что сделать с вами? Нет.
Вот возьми эту фигуру и поставь вот сюда. Она все равно не заметит. Подожди. Да все равно проигрываешь. Да, ну, возьми, раз, возьми. Два. Третий кон? Да, да. У вас очень сильная база, эти Батур Петрович. Вот если вы слона протянете сюда, наверное, будет мало. Вот так. Это точно. Все в порядке. Нана, а почему вы ко мне не подходите? А ваш король уже 10 минут стоит под матом. Батур Петрович, вы же знаете, что в Грузии женщин лучше играют в шахматы, чем мужчины. Почему ты отдал коня? Другого выхода не было. Что ты пристал? Уйди отсюда. Уйди, варят. Чья? Сеанс одновременной игры окончен. Наша юная прославленная шахматистка победила на 10 досках. И только Лили Глонти сумела добиться ничьи. Здравствуйте, Лали. Почему вас вчера не было на сеансе? А я шахматы не люблю. О, шахматы вы не любите, на стенку вы не прыгаете, на кольцах не висите. А что же вы любите? Дзюдо, Батур Петрович. Что? Дзюдо. Сейчас многие девушки увлекаются дзюдо. Но я сам был в школе чемпионом по классической борьбе. Может, классическое и красивее, но дзюдо эффективнее. У дзюдоиста всегда есть в запасе 2-3 контрприема. А против захвата? А вы попробуйте. Здесь просто неудобно. Вот туда. Вот здесь. Значит так, я вас беру за талию. Ой, извините, пожалуйста, Батур Петрович, я никак не хотела сделать вам больно. Простите. Ерунда, ерунда. Здесь просто не место для борьбы. Всех начальников отделов ко мне. 15-го, чтобы все проекты были на столе. Постараюсь. Не постараюсь, а были на столе. Все может случиться, Батур Петрович. А вы, Агладзе, помолчите. Молчи, Агладзе. Помолчите и вы. Я видел, как вы все прыгали на стену. Я не прыгал. Как не прыгал? Ты еще прыгал? Прыгал. Он еще прыгал, Батур, товарищи. Да, я слышу. Нельзя. Нельзя там совещание. Авторитет мужчин в нашем учреждении пал слишком низко. Да. Да? Да. Сегодня они прыгают выше нас на стенку, а завтра? А завтра? Трудно представить. Да. Кто победил на конкурсе усложненных деталей в Баку? Кто победил? Зепирадзе. Да. Вчерашняя студентка. Школьница. Студентка? Да. Да. Так ведь деталь создавалась под вашим руководством. Перестаньте, Агладзе. Перестаньте. А кто мутит воду в отделе сварок, не считаясь с моими рекомендациями? Мы считаем с вашими рекомендациями. Агладзе, перестаньте. Агладзе, в конце концов. Вы тоже перестаньте, извините, дайте поговорить. Извините. Даже повисеть на кольцах у вас не вышло. Всех победила курьерша. Вот такая маленькая. Товарищи, надо придумать что-нибудь такое. У меня идея. Thank you.
Лали, будьте любезны, вызовите ко мне в кабинет всех начальников отдела к 3 часам. Кто она такая? До возвращения Бадура Петровича его обязанности будет исполнять Кетыван Двали, кандидат технических наук, мастер спорта международного класса по стрельбе из лука. А где Бадур Петрович? На лечении с Калтуба. А, значит, лечится.